Происходит монтаж парника «Теремок». Здесь мы установили уже полностью каркас, обшили нижние стены, торцевые части и также установили на брус 100 на 150 на ребро, обработан антисептиком. Сама труба у нас идет 20 на 20, полтора. Цинк плюс поливерно-порошковая покраска. Здесь сейчас мы уже подготавливаем под фрамуги болты. Будем делать также весь поликарбонат. В профилях профиль и перфоленты для защиты сот поликарбоната. Длина здесь идет 4 метра. Монтаж парника «Теремок», длина 4 метра. Открываются фрамуги со всех четырех сторон. 4 крыла по 2 метра пролет у них идет. Установили на брус 100 на 150. Также закрепили трем углам на старый брус. Также натянули систему подвязки. Здесь у нас идет торп, утяжитель, плюс идут цепочки на сами фрамуги. Сами такие вот подпорки под каждую. Также идет защита сот для поликарбоната, торцевый профиль плюс перфолента. Труба идет 20 на 20 на полтора, цинк плюс полимерно-порошковая покраска 80-17, коричневый шоколад.